Привет всем зрителям и слушателям «Голоса Силиконовой долины». Я Игорь Шуляк. Хочу сразу поблагодарить Михаила за предоставленную возможность к вам обратиться. Уже много лет я являюсь руководителем украинской компании, предоставляющей услуги охраны и мониторинга автомобильного транспорта. В 2015 году мы открыли в США представительство. Год ушел на создание инфраструктуры и диспетчерского центра. Сейчас я нахожусь в США и занимаюсь поиском персонала. В настоящий момент нас интересуют люди, которые умеют продавать. Нам нужны продавцы. Обязательным условием является то, что они должны говорить и по-русски, и по-английски, и быть гражданином США. Место проживания не имеет значения, это должен быть любой большой город США, это может быть Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Важно то, что этому человеку придется ездить и контактировать с потенциальными контрагентами, и если он будет жить где-то в глубинке, ему это будет тяжело делать. Зарплата от $25 в час. Каких-то особых требований, ну, человек должен быть, должен уметь говорить, должен не бояться большой аудитории, должен хотя бы элементарное представление иметь о продажах. Под видео будет номер телефона и email, по которому можно будет со мной связаться. Я на телефоне буду до середины июня. Пишите, звоните. Спасибо.